Волк сейчас с мясником. Их укроют ячейки в городе. Браво устроит обход, зачистит местные дома. Мои люди вам помогут. Если попытаются уйти в горы, туда только один путь. Дарик Альмоут. Дорога смерти. Люди Баркова бомбили ее при вторжении. Убили тех, кто пытался бежать. Там у перекрестка есть деревня. Я отправила Хадира и его бойцов готовить засаду. Мы с Алексом присоединимся к ним. Займем огневые позиции над дорогой. Будем ждать Волка. Там внизу шоссе. Хадир подготовил подкрепление для засады на Волка. Тут мы легкая добыча для русских. Да, времени мало. Люди Баркова пойдут на охоту. Он потерял контроль и захочет его вернуть. Стой здесь! Идем. Выйдем на перерез Волку. До войны здесь жили люди, слышался смех. Смех – лучшее лекарство. Рассмеши меня. Что общего у агента ЦРУ и собаки? Что? Могут сесть на хвост. Неплохо. По-английски смешнее. Ты сказал по-английски. Далеко не убирай. Слушаюсь! Хадир занял для нас возвышенность. Мой отец называл Хадира Шабал, мой львенок. А что с ним стало? Он умер, сражаясь. Держи нас в курсе. Алекс, сюда! Хадир ждет нас. Я сказала ему привезти все, что есть. Алекс, посмотри. По 338 Лапуа. Броню берет на 600 метрах. Лично собрал. Возьми, пожалуйста. Шикарный ствол, брат. Защищай ее ценой своей жизни. Она сделает то же самое. Спасибо, Хадир. В самый раз для такой дистанции. Я буду наводчиком, Алекс. Мы теперь братья. Не подведи меня, Алекс. Смотри через прицел. Наведем тебя на цель. Есть. Али, иди с остальными. Да, командир. Следи за ним. Увидишь рядом с дорогой моих людей. Да, я их вижу. Они поддержат нас, когда мы атакуем колонну Аль-Каталы. Айя, поставь цель у автобуса. Тикрами Вентилам. Лучший кандидат. Вертикальные метки, поправка на дальность. Каждая метка 200 метров дистанции. В укрытие. Дистанция до цели 400 метров. Поднимай прицел на две метки вверх. Есть! Она говорит с тобой, Алекс. Мой брат, твой главный поклонник. Попробуем другую цель, на другом расстоянии. Там дальше синий дом. Видишь его? Вижу синий дом. Там на холодильнике лежит фрукт. Дистанция 600 метров. Стреляй, когда будешь готов. Есть! Теперь он гроза всех фруктов. Спасибо, Хадир. Я Хайвен. Ребята, внимательней. Теперь ты, по идее, пристрелялся. Не забывай использовать окружение. По флагам виден ветер, по ориентирам дистанция. Понял. Отлично. Теперь наблюдай за шоссе. Они скоро будут. Пока только ветер. Я что-то вижу у работающего насоса. Просто дворняги. Наблюдай за дорогой дальше. Волк скоро будет здесь. Одна машина! Подходит с востока! Поняла. В бой не вступать. Мы засекли машину. Справа. Возможно, Волк или его люди. Кажется, мы наконец-то не одни. Но не похоже, что это Волк. Это разведчики Волка. Не стреляй. Жди, когда точно попадешь.
Али, ты их видишь? Они лезут на крышу! Внимание на крышу, Алекс. Двое, на крыше. Да, я их вижу. 400 метров. Стреляй, когда будешь готов. Отлично, еще раз. Метка. Минус 2 разведчика Волка. Али, можешь идти. Хадир изобретателен. Он поручил им готовить ловушку на людей Волка. Алекс, прикрой минирующих машину. Убийство Волка не гарантирует, что мы получим украденный газ. Верно. А что будет, если ты его не найдешь? Я должен. Отлично. Теперь укройся и жди сигнала. Чтобы пройти, людям Волка придется передвинуть машину. Жди, пока подойдут поближе, потом подрывай. Командир, вижу колонну на востоке. Ясно. Ну все, сражайтесь как следует, братья. Алекс, тут солдаты Волка. Правая сторона шоссе. 3 машины Алькаталы. Понятно. Не стреляй пока. Подпустим ближе. Атаковать? Нет. Подпустим их ближе. Ближе. Они видят. Они идут к машине. Хадир. Я слежу. Алекс, готовься. Взрывай машину, Алекс. В атаку! Огонь! Они справа от автобуса. Отлично! Граната! В укрытие! Там открывается в зданиях. Есть! Молодец. Волк прислал подкрепление. Кадир, отводи свой отряд назад. Не надо отступать. Давай. Али, назад. Уходи оттуда. Алекс, снимай их! Следи за дульными вспышками! Вижу. Они живые. Алекс, там еще один минометный расчет Алькаталы! Снимай их! Сел на прицел. Чисто, цель поражена. Нет, там еще один миномет. Машина с бомбой! Слева, слева! Давай еще раз! Останови машину, Алекс! Бей по машине! Бей по машине! Срочно!
Близко. Хорошо стреляешь, Алекс. Наверное, Волк на подходе. Иначе они бы не засылали войска. Начинай ставить СВУ, брат. Алекс, мы с Хадиром укрепим периметр. Иди в восточный бункер, пополни запасы, чтобы встретить Волка. Еще взрывчатка, Хадир? Все как и раньше. Враги приближаются, мы их подрываем. Держись подальше. Алекс, капитан Прайс вызывает тебя по рации. Говорит, это срочно. Пожалуйста. Главный, я Эхо 3-1. Алекс, Волк бежал из города. Он направляется снайпер! К вам, а за ним русские. Главный, есть Лежать! Контакт с противником. Не дайте ему вас увидеть. Понял. Мы идем. Оставайтесь в укрытии. Стреляли со стороны шоссе. Есть. Молодец, Алекс. Алькатала собирается на той стороне шоссе. Вдруг это он? Дистанция 600 метров, Алекс. Давай. Тут будет армия Баркова. Сестра, там дым! Белый дым слева! Алекс, надо остановить их! Так держать, Алекс! Есть еще оружие! Алекс, за мной! Враг между зданиями! Готовьтесь!
использовать! Открывай задний борт, я прикрою! Русский газ! Да! Теперь мы вернем его барком! Руки и противогазы, скорее туда! Кадир, это что? Я врага, его наружу! Что? Да! Если они могут тебя использовать, то и мы тоже! Сестра, слушай! У нас не было выхода. Поздно играть по правилам. Нет, так нельзя. Сестра, сестра! Алекс. Послушай меня. Я украл газ у русских, чтобы помочь нам. Только помочь. Скажи, Фарри. Скажи ей, Алекс.